Всем смотрящим данное видео, конничива! С вами проект Анимезона, и уже в который раз появляется обзор на аниме с геймерским подтекстом. На этот раз роль геймера висит не на подростке, а на безработной 30-летней тян-геймерше, которая решила заменить свою реальную жизнь и повседневные заботы онлайн-игрой. Мориока Морико, она же и есть та самая тян, которая однажды возьмется установить себе МОРПГ на свой ПК, создаст персонажа, особо подчеркну куна, и начнет сталкиваться с первыми трудностями. А именно с боевой системой, прокачкой, лутом, шмотом и так далее. Но в один момент она столкнется с еще одним игроком, Лили, которая поможет освоиться Мориоке в игре и объяснит, как играть, а после и вовсе завяжет дружбу, от которой начнется новая история 30-летней затворницы, которая начнет проводить свое нелегкое время в виртуальной реальности, дабы найти себя и... что-нибудь еще. Также изредка она будет выходить из дома и сталкиваться с куном, с которым малость позднее, малость познакомится. И я вам могу с полной уверенностью сказать, что этот кун... Ай, да ладно, кому угодно бы стало понятно. Поэтому сами узнаете, если возьмете полить данное аниме. Пройдемся по личному мнению, по плюсам и минусам. И сразу скажу, что очень много банальщины. Единственное, что тут не банально, так это 30-летняя затворница, которая живет одна, не работает, в основном сидит дома и растрачивает свои деньги, порой даже налево и направо, но очень редко. Вероятно, случится в скором будущем, что она таки найдет себе работу, но если нет, то можно вносить это в недочет. А так, по общей картине, дается онлайн-игра в фэнтези-сеттинге, куда игроки заходят ради шматья, левела, клановых битв и прочего остального, а главная героиня онгоинга и ее друзья в основном за общением, что немного скатывает данный тайтл на уровень «Пусть зритель посидит и послушает, как и что тут у нас, а за экшеном и всем остальным пусть топает в САО или Аватар Короля». Ну а вообще, сколько бы с моей стороны не было упреков, диалоги по большей части получаются интересными, но тогда я уже такой вот гад, придира, еще и матами ведь обзовутся фаны полноценной жизни онлайн. Возьму и скажу, что аниме больше скатывается к геймерам, где вроде бы должно быть и про геймеров, но само аниме тянет глупой любовной истории. 5 из 10, то бишь банальное аниме, которое можно посмотреть и забыть, а также не стоит забывать, что это субъективщина. Так что оценка у вас может быть иная по отношению к данному аниме. Что ж, на этом все. Всем аригато гузаимасу за просмотр, жмите лайк, если понравился обзор, не забывайте подписываться, и вот еще немного похожих обзоров слева сверху, как обычно, предыдущий. Услышимся!